В минувшее воскресенье село Юдино Жаворонковского поселения стало культурным центром Одинцовского района. Здесь состоялся третий открытый фестиваль народных талантов. Задача, поставленная нашим комитетом культуры молодежи Одинцовского района, чтобы в каждом поселении свой был проект, своя изюминка, вы понимаете? Вот у Любовь Ивановны уже зародился третий год такой фестиваль – ярмарка народных талантов. Ежегодно праздник объединяет самобытные коллективы, у которых точно есть чему поучиться. На этот раз на сцене собрались самодеятельные народные ансамбли, семейные коллективы, солисты и исполнители инструментальной музыки со всех уголков нашего района. Любо мне, когда зоренька ясная, багрянцем отражается в окне и блестит купола в солнце красное. Ай, дача, Боже, любо мне! И блестит купола в солнце красное. Ай, дача, Боже, любо мне! На фестиваль пригласили как самых юных исполнителей народной музыки, которые только начинают свой творческий путь, так и тех, кто всю жизнь посвятил этому делу. Возраст участников от 3 до 90 лет. Ярмарка народных талантов в этот раз была приурочена году экологии, поэтому со сцены прозвучало немало песен, посвященных любви к природе и родному краю. А фотографы и художники, и рукодельницы представили на выставке тематические работы. Лучшие коллективы награждены почетными грамотами и памятными подарками. В их числе хор «Калина», «Околица», ансамбль «Слобожане», «Белые росы», «Родные напевы», коллектив «Иван да Марья», «Веселая кадриль», «Сабля», «Рускалань», «Ромашка». Анна Пряхина, Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».